Все, пошлите. 4 года назад Сергей Шувалов попал в аварию. Чудом выжил, но лишился ноги. В этот раз встречает нас не на инвалидной коляске. Для того, чтобы встать на ноги, он согнал более 70 килограммов. До этого его вес зашкаливал за 140. Как можно оставаться таким жизнерадостным все время, да? Все время шутить, все время что-то говорить? Потому что люди ломаются при совершенно других обстоятельствах. Закалка. Я в свое время работал в угольной промышленности, 17 лет отработал в шахте, 20 лет на севере. Наверное, что-то дает же все равно. Но вы красиво идете. Да? Да. Кадры из Санкт-Петербурга. Здесь герой нашего сюжета провел последние 2 месяца на реабилитации. Как будто, знаешь, вот, ну, как ребенок учится ходить, то же самое и со мной происходит. Это просто такое чувство. Ну, я, например, как будто заново родился. Особенно, когда пошел, наверное, на дальние расстояния, я понял, что сейчас можно делать, ну, уже какие-то вещи самостоятельно. Вася! Вася! Первая и самая важная встреча. Кот не сразу узнал хозяина на ногах. Он не понял, он голос понял, что я. А, ну так еще, не, потом-то я его на руки взял, он замурлыкал, да. Сейчас каждый шаг для Сергея, сделанный самостоятельно, это открытие. А инвалидную коляску он подарил больнице из Санкт-Петербурга, в которой его поставили на ноги. Сергею Шувалову предстоит еще долгий путь к выздоровлению. Но первый шаг, который он намерен сделать, это сходить на рыбалку. Для того, чтобы порадовать любимого кота Васю. Андрей Романов, Виктор Тинюков, Риме Имало, Надымский район.